Новый год – время чудес для всех. Однако больше других подарков и чудес ждут детки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И у нас с вами есть возможность исполнить их заветную мечту. Березняковский историко-художественный музей имени Коновалова организовал благотворительную акцию «Доброе пожелание». Благодаря ей мы с вами сможем помочь детям-инвалидам и сиротам. Достаточно лишь приобрести праздничную открытку для родных и друзей. Ну, вообще, эта идея возникла еще в прошлом году, и такая акция уже проводилась. Березняковское сообщество художников создали такие открытки новогодние, чтобы дарить новогоднее настроение нашим горожанам и одновременно помогать детям, нуждающимся, находящимся в трудной ситуации. Красочные новогодние открытки будут прекрасным дополнением к подарку. Кстати, ее авторами стали известные в городе художники – Елена Шарецкая, Екатерина Найденова, Алексей Харитонов, Наталья Калинина, Александр Садыков, Алексей Афанасьев и Софья Сорокина. Эта акция – большой шаг в признании наших художников и возможность сделать доброе дело для детишек со сложной судьбой. Приобрести открытки можно до 7 января включительно в историко-художественном музее по адресу Ленина, 43.